Девчонки, всем привет! Сегодня хочу снять видео, посвященное своим базам под макияж. Видео про базы для под тени я уже снимала. И сегодня хочу посвятить его своим базам под макияж. Сразу хочу сказать, что долго меня не было. И сначала я была в отпуске, потом... По приезду я немножко заболела, вот, и теперь все-таки я смогла снять видео. Надеюсь, оно будет не очень длинным, и здесь я расскажу о тех средствах, которые мне очень понравились, которые мне не очень понравились, которые закончились и которые я не буду больше покупать, вот, и расскажу о средствах, на которые стоит обратить внимание. Значит, хочу сразу начать коротко о двух базах от Essence. Заказывала в группе ВКонтакте. На тот момент еще не было в Москве стендов с продукцией Essence. Значит, стоимость каждой из них 199 рублей, объемчик 20 мл. И сразу скажу, что эти базы мне не подошли. Связано это с тем, что вот эта вот база достаточно, которая дает рыжий оттенок. Это база со светоотражающими частицами, но весь день макияж не выдерживает, поэтому мне эти продукты просто не подошли. Следующие базы не очень бюджетные, но действительно хорошие базы, на них стоит обратить внимание. Это основа для макияжа, оживляющий цвет лица Givenchy. Стоит она где-то около, по-моему, до 1000 рублей. Действительно выравнивает кожу, скрывает несовершенства, имеет зеленоватый оттенок, который... скрывает покраснение, SPF 15. Вот, наношу сначала на руку, потом с руки на кисточку, и кисточкой распределяю тонким слоем по лицу. Через какое-то время наношу тональную основу. В общем, лицо с ней очень хорошо выглядит. Здоровый, сияющий цвет лица. Действительно убирает покраснение. Объемчик 30 мл. Тут видно оттеночек. Номер 3. Вот. Вещь очень экономично расходуется. Следующая от Givenchy. Это название у нее такое. Тональный крем-база с матовым эффектом. Стоит, правда, когда я на тот момент, когда я покупала, 1300 рублей. Гелевый текстура. Ложится ровно. Дает действительно матовый, бархатный эффект на коже, очень приятно прикасаться к коже после него. Действительно комфортно в течение дня держит макияж. В следующем видео я сниму видео по своей тональной основе. Вот тональная основа тоже также от Givenchy, которая как бы была серией матирующей. Очень хорошо матирует, так как у меня кожа комбинированная, и Т-зона проблемная зона. Вот, очень хорошо матирует. Объемчик 25 мл. Стоит обратить внимание. Замечательная база. Следующая база от Dr. Pierre Rico. Вот в такой баночке. Вот так вот выглядит. Неплохая база, но очень неудобно постоянно доставать пальцами, пробовала уже доставать лопаточкой. Вот хорошее средство, но когда оно закончится, я пока больше покупать его не буду. Похожее средство, но гораздо лучше, от Clarins, также в баночке. Объемчик у нее, правда, 15 мл, здесь объемчик 20 мл. Хорошая база,
Мне она очень понравилась. Экономично расходуется, действительно разглаживает кожу. И после него ее ложится очень ровно тональная основа. Скрывает действительно все морщинки, неровности. Можно даже использовать как самостоятельное средство, если вы не пользуетесь, допустим, тональными основами, и у вас идеальная кожа, идеальный цвет лица, но есть какие-то неровности, или вы хотите, чтобы ваша кожа была выглядела идеально ровно, то это действительно замечательное средство. Но вот она в таком формате, в баночке, ну, лопаточкой, как вариант, чтобы не занести никакие бактерии туда. Лопаточкой можно брать необходимое количество средства. Следующее средство – это также база от Ardeco. Это моя первая база, она уже закончилась. 15 миллилитров. Это мое первое знакомство с базами для лица. Вот, после нее я решила попробовать базы других фирм. Вот. Очень мне она понравилась. Действительно, легкая гелевая текстура с помпочкой. Здесь вот, если что-то осталось, но нет, ничего не осталось, уже не выдавливается. Действительно, увеличивает стойкость тонального крема в течение дня, маскирует мелкие морщинки, мелкие дефекты кожи. Не содержит отдушек. Кожа действительно увлажненная. Главное, что не забивает поры. Ну вот, и не криминогенная. Но пока покупать не буду, так как достаточно много баз других. Следующее средство очень замечательное. От пороминимайзер от Клиник. Стоило оно, когда я покупала, где-то 1000 рублей. Действительно классное средство для тех, у кого жирная кожа или комбинированная, так как я наношу это средство именно на Т-зону, не на все лицо. Замечательно матирует кожу, замечательно скрывает расширенные поры, хорошо в течение дня маскирует. Не так жирный блеск абсолютно отсутствует. Вот, классное средство, осталось мне его очень-очень немного, поэтому расход минимальный, но все-таки он достаточно давно у меня. Действительно выдерживает 12 часов, проверено. Вот, вещь классная, надеюсь, его не снимут с производства. Следующая база от Lancôme. Как заметили, не содержит масел, также оно с помпой. Гелевая текстура, силиконовая. Вот, но зарасходовала нам уже, ну, почти половину зарасходовала. Вот. Нужно его совершенно немного. Если вы приобретете, то достаточно долго вам его хватит. Стоимость такой базы где-то 1600 рублей. Вот. Также скрывает мелкие недостатки, делает кожу гладкой. Есть даже небольшие частицы, но они не видны с первого взгляда, которые рассеивают цвет, благодаря чему вот неровности кожи становятся менее заметными. И также подготавливает кожу лица к нанесению тонального основы, поэтому объемчик у нее 25 мл, так это достаточно тяжелая стеклянная бутылочка. Вот. Ну, не дешевый, конечно, вариант. Можно найти более бюджетный вариант. Вот. Но те, кто приобретет, очень-очень надолго такой базы хватит. Следующая база от Mary Kay. 29 мл. Она у меня практически закончилась. Но покупать больше не буду, так как я нашла более лучшее средство.
Вот, но тоже гелевая текстура. Хорошо распределяется по лицу. Действительно, тональный крем хорошо с ней держится. Ничего не съесть. Макияж никуда не уплывает. Вот, быстро впитывается, выравнивает поверхность. Также содержит оптические рассеивающие компоненты, которые зрительно уменьшают и морщинки, и поры, и другие несовершенства. Вот, ну, я уже ее закончу, но, если честно, покупать больше пока не буду. Ну, средство хорошее. Следующая база от Шеркавер, когда я заказывала набор минеральной косметики, это база «Шла в подарок», объемчик у нее 15 мл, но не понравилось, так как скатывается и ну, в общем, не очень она мне понравилась, если честно. Как заявлено, что даже содержит морские водоросли, даже зеленый чай, который успокаивает кожу и придает сияние, но мне оно не очень подошло, поэтому советовать я не могу вам его, поэтому оно было в подарок к минеральной продукции от Шеркавер. В общем, в сочетании с минеральной косметикой, я думаю, она будет хорошо подходить вам. Я ее пробовала по тональной основе, но все-таки, наверное, она больше создана именно для минеральной косметики. Следующее средство также от Clarins. Это так называемый концентрат, выравнивающий поверхность кожи, лица и разглаживающий морщины. Здесь всего 3 миллилитра. Вот так вот он выглядит, такой конусообразный носик, вот такая вот текстура, прозрачная, очень удобно носить под глаза, вокруг носа, складки вокруг губ. В общем, очень хорошее средство, достаточно экономичное. Следующее средство от доктора Пьеррико. Это крем-лифтинг, упругость для кожи, для контура губ. Очень удобный носик. Я использую ее вокруг, точечно наношу на кожу вокруг губ и не нанося на сами губы, распределяю. Действительно, губы становятся более такими припухшими, что ли, очень сразу становится так очертание контура губ, выравнивается. Вещь очень классная, достаточно экономичная. Здесь всего 15 миллилитров, но такой носик. Вот такой вот носик, очень удобно наносить. Также гелевая такая текстура. Вот. Можете видеть, прозрачная. Наношу точечно на верхнюю, под верхнюю и нижнюю губу и распределяю пальчиком и моментально губки. Очертание губ приобретает такой очень явно выражена. Можно, я думаю, использовать всем девушкам в любом возрасте. Тем есть у кого проблемы, первые морщинки, какие-то неровности. Вещь классная. Следующее средство – это средство для улучшения цвета лица от Clarins. У меня в объеме 10 мл, оттенок 00. Rose Shimmer. Шиммер, да. Вот. Его можно использовать как самостоятельно,
Также добавляю в тональный крем. И он с такими микрочастицами. Это у меня было в наборе. Вот. Такая текстура. Дает такое легкое свечение. Представлено в 4 оттенках. Это самый светлый оттенок. Вот. Достаточно, в принципе, надолго его хватит. Я его пробовала наносить именно как базу под тональный крем. Действительно, и выравнивает, и дает некое легкое свечение. И последняя база, которая мне очень понравилась, когда я заказывала продукцию от Dermacool, мне очень посоветовали взять эту базу, сказали, что это просто лидер продаж. У меня она представлена в объемчике 15 мл. Есть еще, по-моему, меньше и больше объемчик. Также она с помпочкой, очень удобная. Минимальный расход. Гелевая текстура, как заявлено производителем. Здесь вот написано, что это база под макияж с выравнивающим эффектом. Матирует кожу, делает мелкие морщины менее заметными, фиксирует макияж, улучшает состояние кожи, дерматологически тестирован. Вещь действительно классная, стоила, когда я ее покупала на том моменте 590 рублей. Действительно, она этого стоит. В принципе, гораздо лучше, наверное, баз от Givenchy. Ну, в принципе, сравнивать люкс не стоит. Вот, но Dermacool тоже не купишь в каждом магазине. Поэтому обратите внимание, продукция Dermacool. Я очень много каких средств попробовала и хочу попробовать еще различные средства. Мне очень понравилось. Следующее видео хочу посвятить своим тональным основам. У меня достаточно их много, но опять-таки уже сложилось мнение о средствах, которые были куплены под влиянием YouTube, которые я уже покупала, и расскажу вам. Такая у меня достаточно большая коллекция тональных основ, вот, которые я уже покупала, которые мне нравятся. Но есть те, которые после видео полетят в мусорку, потому что пользоваться ими не буду. В общем, хочу обратить ваше внимание на базы от Givenchy, от Clarins, от Clinique, думаю, многие знают об этом, от Lancome. Ну и, конечно, фаворитом у меня сейчас в последнее время является база от Dermacool. На этом все. Надеюсь, мое видео было интересным. До новых встреч. Пока.